Всем привет, ребята! Как всегда, Джокер Плей, и сегодня мы поиграем в GTA San Andreas. Это вторая часть по GTA San Andreas. И сегодня, ну и как вы помните, в прошлой серии мы залезли, ну, сели в поезд. И сегодня я хочу просто путешествовать там, еще что-то делать там, например. Ну, а сейчас мы будем красть что-то. Например, эту тачку. Так, давайте украдем. Так, ну и мы поехали. Я вообще в GTA San Andreas не могу управлять машинами. У меня каждый раз просто ломаются машины. Вот как сейчас. Ладно. Сейчас мы едем еще. Ну, просто будем ездить. Будем. Да ё-моё, ну. О, будет, в принципе, погоня целый день у нас. Поехали. Так, сейчас посмотрим. Мы вот так едем. Опа, какой дрифт. Так. И, по-моему, сегодня будут включены комментарии. Я не знаю. Ну, может, я не знаю. Может, я настрою как-то. Но сейчас продолжим, если что-то или какую-то тачку я найду. Ребят, ну, давайте, в принципе, поищем тут в пробке какой-то, какие-то машинки. Давай вот такую. Вот эту, да. Я хочу просто эту. Или вот такую. Короче, я эту беру. Она такая красивенькая, красненькая под мой цвет. Как раз он убежал. В принципе, кайфово. Еще и сейчас мы будем просто ломать машины. Смотрите. Это я очень сильно люблю делать. Уи! Во! Ну и мы продолжаем ехать. Давайте, ребят, если под этим роликом наберется там, ну, допустим, давайте 3 лайка, то я выпущу новую часть сразу же. И я хочу просто, чтобы этот видеоролик не стал скучным, я просто вызову копов. Будем пытаться, в принципе, добиться 6 звезд. Я один раз даже на поезде залазил в другие города, в котором у меня ничего не заблокировано. А, так у нас сейчас просто пропадет. Давай, hello. О, просто будем сбивать. Вот так. Все, у нас, смотрите, 2 уже звезды. О. На. Ребят, я так подумал, что на машине будет неинтересно. Давайте просто на этом. Капец. Ну, я таки дал. Ну, и я им таки знал. Так, мы опять вот тут. Ну, просто будем таксистами. Вот, так, кстати, Рили. Давайте просто. Просто будем... 2, таксист. И где пассажир? А, вон. Так вот он сразу тут. Давай судись, девчуля. Сейчас подвезем тебя. По бырикам. Все, просто все законы мы нарушаем. Мне все равно, главное доставить пассажира. Мне все равно на машину. Чаевые у нас снижаются. Я сам не знаю, что это чаевые, но может мы сейчас проиграем. А, вот,
Сейчас, метка. О, все. 515 баксов, так, ну, нормальненько так. Сейчас наберем на донатик. Будем копить. Поехали. В принципе, мне просто кайфово тут. Просто ездить, убивать все машины, еще получать деньги. Это просто кайфово. У меня такая надпись появилась, что твоя машина разбита, она в ремонте. Капец, надо теперь аккуратненько. О, 34 бакса. Твоя машина разбита, почини ее. Ой. Ну, короче, будем им искать новое такси. И давайте просто ее... Ну, будем искать ей такси. И давайте... Пока поищем. Короче, я таки и не нашел такси. Давайте просто найдем новую машинку какую-то. И просто будем убегать от копов. А ну-ка же стоять. Во. Халяу, пацан. И ты халяу. Все, гудбай. Все, валим. Сейчас нам надо найти копов. Вот это да, конечно, машинка для дрифтов. Так, все, я сбил копа. И все, валим. В кавычках. А он просто продолжает ехать. И это не он. А так это он. Блин. Давай валим, валим. О, ну спасибо за машинку. Hello, goodbye. Валим. Все, мы в принципе на мотике. И сейчас будем просто ездить от копов. Смотрите, как я могу. На одном колесе. Видали? Во. О, погнали на стоянку вот сюда. Я тут, кстати, ни разу не был. Ну, заехали. А, ну, это, в принципе, обычная стоянка. Ничего такого. Так. Ой, вот это да. О! Я включил сирену. А я не знал, как включать. Уи! Вот это я и улетел. А, давайте два возьмем. Эль Корона. Вирус. Все, поехали. В Эль Корона. Ёшкин кот. Так, ребята, я почти доехал до этого... А, так это машина. Капец. Вот, поехали за ним. Сейчас арестуем его. Оп. Иди он. Где он? А, он там. Ёшкин кот, а! О, ну спасибо, что за трамплин. Капец. Давай, быстрее, быстрее. Мне до сих пор одна звезда. Так, ну, ё-моё, давай. Нам его надо бить, бить. А ну шо ж? А шо, малыська? Ёшкин кот. Давайте и за ним будем бегать. Короче, валим. На него! Ой, куда ты поворачиваешь? Все сбиваешь на своем пути. А, мне его просто надо остановить, по-моему. Да ну-ка, живо сюда. А, ну спасибо.
Иди ко мне. А что еще надо делать? Короче, я по... Ну, нормально. Просто погибли. Ладно. Будем заканчивать, в принципе. С вами был этот чувачок. И Joker Play. Всем пока-пока.